Сегодня в полном разгаре ведутся строительные работы на улице Суворова. Уже буквально через полгода эта грандиозная стройплощадка превратится в подстанцию скорой медицинской помощи. Новое учреждение представляет собой трехэтажное здание и располагается на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Необходимость появления в юго-западной части города подстанции скорой медпомощи назревала давно. Есть на востоке наше подразделение, есть на Речице, есть в центре города и будет на юго-западе. Здесь останется в центре у нас подстанция центральная, а там будет станция скорой медицинской помощи с административным зданием. Необходимость в Заречном районе города Бреста появления этой станции назрела уже давно. И хорошо, что она вот сейчас воплощается, потому что там район строится молодой. Там много населения, которое тоже нуждается в нашей помощи. Фасад здания украсят витражи холодных и светлых оттенков. Новая станция скорой помощи будет оборудована административным зданием, центральной диспетчерской службой, гаражом на 12 машин, мойкой автомобилей. Также здесь будет функционировать собственный пункт хранения и заправки кислородных баллонов. Гараж на 12 машин у нас выполнен в объеме 80%, закончено возведение стен, ведутся работы по возведению кровли, ведутся работы по установке окон и дверей. Также у нас существует монолитная часть скорой помощи, работы выполнены на 80%. Как вы видите, заканчиваются работы по устройству третьего этажа. Сегодня Брестская станция скорой медицинской помощи за сутки в среднем обслуживает 500 вызовов. Несомненно, с появлением нового подразделения качество и доступность оказания скорой помощи в Бресте улучшится, и набрав 103, бригада медиков долго себя ждать не заставит. Сдача объекта планируется на октябрь 2018 года.